За 4 дні команди проведуть по 3 гульні. Графік напружений, але для гульцов гэтае спаборніцтва у некій ступені адпачынак ад тренировок. У матчы адкрыцці перамогу аспрэчвалі ВРЗ і БЧ. У бягучае міжсезонне команды уже спаборнічалі, але то былі таварыцкія сустрэчы. Турнір – іншая справа. Это лучше, чем играть товарищеские игры, потому что есть соревновательный стимул. Вот, организовали такой турнир. Вот, ну, совместить и соревновательный процесс, и подготовительный. Гомельские команды сгуляли у ничью 2-2. Наступными на паркет Палаца гульнявых видов спорту вышли новичок высшей лиги белорусского чемпионату Агрокомбинат Паудневый и сборная Грузии. Грузинская команда зараз рыхтуется до отборочного турниру чемпионату свету. И это бачно. Разминка перед гульней больше подобная на тренировку. Беларусь и Гомель у приватности для проведения сбору выбрали не выпадково. Футзал. Белорусский футзал наш в большом уровне. Сейчас мы знаем информацию, что у вас подъем футзальный, мини-футбольный по-вашему. У нас абсолютно новая команда, очень много молодых ребят. У вас клубы очень сильные. Мы, чтобы опыт у нас, у наших ребят, это молодых, чтобы появился здесь у вас. Матч начался за так грузинской команды. Футболисты Паудневого уважливо гуляли в обороне и ловили соперника на контратаках. Эта тактика принесла плен на 5-й хвилине. Отзначился Виталь Байцур. После пропущенного гола грузины кончатково взяли инициативу в свои руки. Але зравнять лик не отрымливалось. Голкипера агрокомбината тягнули усе. У середине другой половы гульни помылка грузинских футболистов привела до другого пропущенного гола. Забил Александр Данилейко. Выпустивши 5-го полевого гульца за 2 хвилины до конца матчу сборная Грузии один мяч отыграла. Амаль перед самой финальной сиреной Александр Данилейко, пославший мяч у пустые вороты, зарабил улик 3-1 на корысть Паудневого. Что-то недооценили, что-то недоработали, кого-то недооценили. Сейчас поработаем, отдохнем чуть-чуть, и завтра будет другая игра, я вам обещаю. После первого гульнявого дня лидеры у турнирной таблицы Агрокомбинат Паудневый. Далее идут ВРЗ и БЧМ, замыкая квартет сборная Грузии. Переможца турниру вызначится у неделю. Максим Савин, Дмитрий Радянко, телерадио, компания «Гомель».